Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить очень вкусный быстрый салат на скорую руку. Для начала мы приготовим из яиц блины. Разбиваем яйца, добавляем соль и взбиваем до однородной массы. В разогретую сковороду добавляем масло. Наливаем взбитую массу и жарим. Затем переворачиваем другой стороной. И также жарим. Повторяем. Пока блины из яиц остывают, готовим овощи. Берем пекинскую капусту и режем соломкой. Складываем в глубокую тарелку. Следом за капустой режем свежие огурцы. Также соломкой. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии. Включите колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Далее то же самое проделываем с корнишонами. В результате получилась овощная лапша. Отварное куриное филе режем соломкой или разбираем по волокнам. Добавляем все в ту же глубокую тарелку. Яичные блины режем пополам. Скручиваем трубочкой. И вновь режем соломкой.
добавляем овощи. В салат добавляем соль, тертый сыр, и все хорошо перемешиваем. В смесь кладем домашний майонез и вновь перемешиваем. Приготовление домашнего майонеза смотрите мое подробное видео. Украшаем салат по желанию. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!